Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию очередной ролик, как пытаются напугать какими-то страшными вещами простых людей, надеясь на то, что они не понимают. Но самая интересная и веселая часть этого всего, то, что те, кто пугают, тоже не понимают, что они говорят. Мы уже давно убедились в этом. Ну, в данном конкретном случае тоже из Совкомбанка один деятель, да, наверное, думая, что ему бы было в свою очередь страшно, если бы сказали, что суд прошел без него. А мы с вами давно привыкли включать голову и понимаем, что суд, если прошел без одной из сторон, то это решение суда, ну, незаконно, как минимум, с этим нужно разбираться. Но в этом нашем случае даже и суда не было, был пресловутый судебный приказ, который мы все знаем, не несет в себе никакой такой устрашающей силы. Ну, давайте послушаем. Марина Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Кто это? Звонок из Совкомбанка, меня зовут Сергей Петрович Лукашенко. В отношении денежного кредита возбуждено исполнительное производство, у вас задолженность составляет 320 тысяч 500 рублей. Вы в добровольном порядке намерены решать вопрос с угощением задолженности сотрудничества с банком? Скажите мне, Марина Михайловна. Исполнительный лист вы уже есть? Возбуждено исполнительное производство. Суд был, да? Ну, я говорю уже давным-давно, Марина Михайловна. Вам с вами неоднократно связываются уже сотрудники. Подождите, или я трудная, глупая, или что-то я недопонимаю. Вы утверждаете, что есть исполнительное производство, и я делаю выводы, что было судебное заседание. Да, Марина Михайловна. А вы не понимаете, не подскажете, почему я об этом не знаю, почему я не была на этом заседании? При обращении к судебному приказному производству, Марина Михайловна, единогласно судья выносит судебный приказ без участия сторон. Это в ваших же интересах, Марина Михайловна. 123-я, да, статья ГКРФ, по-моему, если мне память не изменяет, да? А почему я не уведомлен? А я не была уведомлена, юноша. И что вы этим хотите сказать? От этого забыл, что у вас не уменьшится, Марина Михайловна? Ну, не уменьшено, это не уменьшено, но официально... Эту претензию, да-да-да, я так и сделаю. Зачем я буду что-то делать? Я сейчас на основании 126, 120, по-моему, 128, 129. Ну, не надо мне, Марина. Я просто вам рассказываю, что я сделаю. Я отменю судебный приказ, восстановлю сроки. И все, и нет никакой исполнительной вот этой вот ерунды вашей. Я все знаю, Марина Михайловна. А зачем тогда звоните? Исковому производству в дальнейшем, Марина Михайловна. Ну, тогда, конечно, исковое производство. Официально уведомляйте, чтобы у нас с вами был... И да, истинно состязательный процесс мне нужен. Но а так-то по-другому. Никуда не денется, Марина Михайловна, понимаете? Ну в любом что? Случае, вернете эти деньги до копейки. Я законопослушная гражданка. Если бы вы были законопослушной гражданкой, Марина Михайловна, то бы оплачивали все вовремя. А мне вопрос остался, зачем постоянно вы мое имя и отчество повторяете? Я даже не удосужилась запомнить, как вас зовут. А вы даже, по-моему, и не представили. Сергей Петрович меня зовут. Ну я все равно не буду вас так называть. Вы для меня молодой человек, Сережа, максимум. Это ваше гражданское право, Марина. Конечно, конечно. Андрей, вы ответьте на вопрос, зачем вы меня по имени отчеству постоянно называете? Вы волнуетесь? Почему я волнуюсь? Не знаю, почему, вопрос так вам. Я не волнуюсь, Марина Михайловна. Вот сейчас вы сделали голос. Я не в том положении, чтобы волноваться, Марина Михайловна. Да, я, как мы с вами выяснили, я тоже не в том положении. Что, как только я, понимаете, я залезу сейчас на сайт судебных приставов, если там действительно вы не лукавите, юноша, и там есть исполнительное производство, я напишу, посмотрю, какой суд выпустил, судебный приказ. Хорошо. Да, отменю вам его. Вам выпустил время до 19 июля. Это время, знаете. От вас оплата не поступит, правильно? Нет, конечно, потому что долго нет. Я не должник. Что значит долго нет? А нет, должником гражданина может только суд признать, вы же знаете, раз вы так вот рьяно давите на законность своих вот аргументов. Алина Михайловна, вы должник нашего банка. Не должник, я клиент вашего банка. Пускай проблемный, но клиент. А должником гражданина, я вам повторю, признать Арина может Михайловна, только судья. Опять имя отчество. Сережа, да успокойтесь, не надо, я помню, как меня зовут. Не нужно. Как вам обращаться, скажите? Никак не надо, просто положите трубку. Вот просто исчерпан. Я вам свою гражданскую... Я вопрос еще не решил. А какой вы вопрос еще вы хотите решить? В общем, вы отказываетесь от исполнения требований банка, правильно? Оплата с вас в добровольном порядке. Знаете, у меня у Снишки есть комиксы, там есть этот Капитан Америка. Капитан Очевидность.
Сережа. Понял я вашу позицию. Сережа, какой молодец. Я смотрю, как вы будете разговаривать. Да так и буду. Да, друзья мои, судебный пристав — это не Бармалей и не Змей Горыныч, а три головы. Это обычный человек, который завален рутиной и очень-очень хочет, чтобы этой рутины было поменьше. Поэтому я никогда не говорил, что судебного пристава нужно бояться. А если надо, можно к нему сходить и обо всем договориться. Поверьте, в большинстве случаев это имеет свои результаты. Вообще, можно в любом промежутке времени, на любом этапе ваши вопросы, вот эти проблемные кредиты, решить легко и просто. Ну, в каком смысле? Для нас легко и просто, для простого человека, не обремененного юридическими знаниями, конечно, это сложно, это отдельная, скажем так, наука, но мы уже получили тот самый необходимый опыт, у нас серьезная практика, и мы помогаем людям. Компания «Лям» – это один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации, и мы действительно можем все ваши вот эти вот кредитные проблемы, как вы их называете, перевести сначала в статус задачи, ну а потом эти задачи решить в вашу пользу, поверьте. Кому нужна юридическая помощь, кто устал уже сидеть в долгах и не понимает, когда же это наконец кончится, конец близок. Вам нужно принять то самое важное решение. Чтобы вам помочь принять это решение, я предлагаю подписаться на наш канал и посмотреть какое-то количество роликов, успокоиться, понять, задуматься в конце концов. У вас наверняка возникнут множество вопросов, а почему вот именно так? И ответы на эти вопросы вы получите, пройдя на наш сайт. На сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов нашей компании. Действительно, можно легко и просто сообразить, как и что мы сделаем, и почему именно вот эти способы несут в себе безупречный 100% результат. Ссылка на сайт есть в описании этого либо любого другого ролика. Также для вашего удобства в правом верхнем углу трансляции сейчас выйдет кликабельная подсказочка. Вот она. Нажимаете, смотрите видео и, естественно, принимаете то самое важное, очень важное решение. Кстати говоря, что касается работы с судебными приставами на этапе вот исполнительного производства, у меня есть целый ролик на эту тему, он в плейлисте. Вообще у нас целый плейлист с моими обращениями, с ответами на вопросы имеется на нашем канале. Если хотите, посмотрите, тоже очень-очень много интересного, полезного для вас вы сможете подчерпнуть. Подсказочка кликабельная, ссылка, можно сказать, в правом верхнем углу опять появляется для вашего удобства на этот плейлист. Вот эта ссылка. Посмотрите, если вопросы останутся, посмотрите еще видео на нашем сайте, потому что там действительно все по полочкам раскладывается, сколько что стоит, сколько времени мы будем работать с вашими делами, почему мы работаем по всей территории Российской Федерации, и для нас не имеет значения, где вы находитесь, в большом городе, либо в небольшой деревне, на краю города, на Сахалине, на Камчатке, на Курилах, или, может быть, в Калининграде, не имеет никакого значения. На территории Российской Федерации мы работаем со всеми. Как мы умудряемся это делать, рассказано в этом видео. А еще раз, для вашего удобства, в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказка. Посмотрите видео на сайте. Вот эта подсказка. Ну и, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, кто еще этого не успел сделать. Группа ВКонтакте у нас есть. Там все ролики дублируются. Ссылочка на группу в описании этого ролика есть у нас, и, в общем-то, на группе ВКонтакте не только диалоги, очень много дополнительной интересной информации. Конечно же, подписывайтесь. Репост в соцсетях отдельно попрошу, пускай как можно большее количество людей узнает всю правду. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алян». Всего вам доброго, друзья. До свидания.